Всем привет, это Стас, а я продолжаю играть в Kerbal Space Program, и Валентина Керман находится на низкой орбите вокруг Минмуса, где у нее доступен очередной эксперимент, связанный с выходом из корабля. И вообще, мне кажется, что нужно не садиться прямо сейчас, а все-таки полетать и пособирать эти самые ивые репорты. Вот пока можно, они бесплатные, их можно сразу передать, так что даже если Валентина Керман не вернется, мы получим огромное количество очков науки. Дальше. Midlands. Точно так же делаем EVA. Который EVA, да. Снова делаем борт. И продолжаем в том же духе. Так. Minmus Slopes. Надеюсь, успеем сделать, потому что они маленькие. Slopes EVA Report. Keep Experiment. Снова борт. Так. И продолжаем в том же духе. Midlands, Lowlands, Midlands, Slopes. Lowlands, Midlands, Crater Flats. О, хорошо. Великие равнины, наверное. Так. Готово. Снова борт. Продолжаем в том же духе. По-моему, были еще Lesser Flats, которые чуть-чуть меньше, чем великие. Там тоже можно сделать EVA Report. А куда мы будем высаживаться, тоже нужно подумать. Ну, наверное, на какие-то флетсы мы высадимся, где-нибудь рядом со слоупсами, чтобы можно было добраться до слоупсов на своей собственной реактивной тяге. То есть Валентина могла бы в своем реактивном ранце просто все включить и долететь туда без проблем. Так, Highlands. Что еще? Lesser Flats, ну давайте, покажитесь. Slopes, Lowlands, Midlands, Slopes, Midlands, Slopes, Lowlands, Slopes, Flats, просто. Мы их проскочили. Lowlands, Midlands, Lowlands, Midlands, Slopes, о, Midlands, Slopes, Lowlands, Slopes, Lowlands, о, Lesser Flats, вот они. EVA Report. Давай, скорее, не пролети их. Вот так вот. Готово. Дальше, 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 дальше. Slopes, Lowlands, Midlands, Slopes, Lowlands. По-моему, больше ничего не будет. Единственный вариант что-то еще собрать точно, это летать на полярной орбите, но я не хочу тратить топливо на эту ерунду. Так, ну тогда сделаем здесь ревью репорты. Ревью репортов. И передадим то, что можно. Раз. И еще давай. Вот они. Два. Следующий. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот шесть репортов передаются. Мы набираем очки науки. Так, нужно, наверное, спрятать нашу панель с ресурсами. Вот это она, по-моему. Да, спрятали, посмотрим. 405 очков науки. Вот это замечательно. Так, у нас есть какой-то рекорд. Accomplishment of our space program have attracted contributions from numerous organizations. Мы перешли на орбиту Минмуса и совершили выход в космос на орбите Минмуса. Так, и за это нам что-то дают. Дают. Science Data тоже передали, тоже дают. Это хорошо. Значит, часть контрактов выполнена, и можно, наверное, уже переходить к посадке, но нужно выбрать место. Как я уже говорил, такое, чтобы можно было попасть и в один биом, и во второй. Очень близко, чтобы это все было, поэтому, наверное, будем снижаться вот здесь. Примерно. Чтобы сесть где-то вот здесь, в конце этого вот местечка хорошего. Хотя, наверное, это слишком сильно. Нужно вот так где-то сделать, чтобы потом можно было вас затормозить поближе. И перейдем к нашему самому сложному, к посадке. Через 5 минут она достигает этого места. Здесь у нее включается двигатель. Она притормаживает. И идет на посадку. Ну да, как-то так. Мы ее направляем в сторону ретрогрейда, чтобы можно было тормозить быстрее, без поворотов. И она начинает снижаться.
и где-то вот здесь, близко к той точке, на которой они собираются сесть, нужно тормозить. Как-то вот так. Все, это был маневр торможения. Теперь нас понижается. И сколько у нас там Suicide Burn остался? Осталось 2 минуты до посадки. Минута с половиной. Минута. Думаю, что надо уже аккуратненько притормаживать. Еще вообще расправить опоры. Мне не нравится то, что очень большая горизонтальная скорость. Поэтому вот так. Мы ее погасим. Отдельно. Вот теперь будем просто тормозить, чтобы не разбиться. Так, и у нас нет данных про посадку, по-моему. Почему-то. А почему? Так, а где этот Kerbal Engineer Redux? Так, это нужно убрать. Да, вроде бы все есть, вроде бы все включено. В чем дело? Биом. Так, а где же данные-то? Данных нет. Страшновато тогда садиться без данных. Нужно будет их добавить срочно. Но я же как-то садился в прошлый раз без этого всего. Ну, думаю, что мы и так сядем. Мы могли вообще без Kerbal Engineer Redux садиться в прошлый раз. И, наверное, все вышло хорошо. Так что, не знаю, наверное, не будем беспокоиться слишком сильно. Вот. Ну, скорость медленно нарастает, это нормально. Главное не проворонить тот момент, когда нужно уже совсем останавливаться. Так, 300 метров. Наверное, пора тормозить. 10,8. Это уже слишком тормозим. 200 метров. Еще пока можно ускоряться. Так, 100 метров почти. Вот 100 метров. Переключаемся в режим просто стабилизации. И даем кораблю медленно опуститься. Здесь видно, что у нас слишком большая тяга двигателя. Поэтому уже у предела нижнего находится все это дело. Он все еще тормозит слишком сильно. Вот и на скорости в 2 метра в секунду она садится. Отлично села. Все в порядке. Так. Теперь ей доступны новые эксперименты. Она сначала, наверное, передаст данные из своего отчета экипажа. Дальше она может передать часть данных по давлению воздуха, которого здесь нет, конечно же. Также можно передать данные по температуре, которая оказывается непонятно какой, потому что в отчете этих данных нет. Вот, можно сделать Observe Mystery Goo. Ой, Materials Break, конечно же. Вот, но здесь придется сделать тип эксперимент, чтобы провести домой больше данных. И теперь она может сделать EVA Report. Вот так вот. Также она может спрыгнуть. Молодец, Валентина. И сделать сбор образца грунта. И установить флаг, чтобы получить больше опыта за эту миссию, конечно же. Вот. Файл он минус. С маленькой буквы. Окей. Так. Все, теперь она забирается на подножечку. И попробует, во-первых, эти данные частично передать. Ой, куда это она забралась? Слезай. Вот сюда. Вниз чуть-чуть. И что здесь можно забрать? Данные температуры. Он неуправляемый. Корабль-то. Или управляемый. Да, он не может управляться без пилота. Хорошо. Что ты творишь, Валентина?
забирайся назад. Вот так. И сделаем теперь эти эксперименты. Опять температура, keep data и давление. Давление. Вот так вот. Где тут еще simulation log? Ага, вот это есть. Ну ладно, это нам не нужно. Сейчас она может передать те данные, которые собрала. Это опять away report. Эти данные мы сохраняем. Сохраняем. Surface sample тоже сохраняем, наверное. И теперь она может опять выбраться. Чтобы что сделать? Правильно, собрать данные. Take data. Назад. Отлично. Что еще? Мистер Игу только не хватает с этого места. Но я думаю, что мы сейчас можем аккуратненько вот так подняться над поверхностью и полететь в другую сторону, вот сюда. Чтоб сесть вот там вот. Так, надеюсь, этого хватит, чтобы туда налететь. Потихонечку и там сесть. Сколько у нас еще топ? У нас топливо еще 2200. Этого должно хватить и на то, чтобы вернуться, и на то, чтобы сесть еще разок. Так, как-то так делаем. Ну да чего ж медленное ускорение времени не работает. Что неприятно. Придется воспользоваться физическим ускорением. Так, и сядем мы, наверное. Где же мы сядем? Я надеюсь, что вот здесь у нас слупы, а не что-нибудь еще. Поэтому мы туда направляемся. Потихонечку. Так, здесь уже тормозить, наверное, нужно. Или пока еще рановато. Теперь точно можно тормозить. Гасим всю горизонтальную скорость. Вот. Все. Все, достаточно страданий. Ждем, пока он будет спускаться. Сейчас его скорость вертикальная поменяется в большую сторону и будет проще. Так, ждем. Ну, тут 4 километра до поверхности. 3, 2,5. Нормально. Ждем, пока у нас время до столкновения с поверхностью не окажется хотя бы 20 секундами ограничено. Может даже 15, и там точно мы сможем затормозить вовремя. Не будем тормозить слишком рано. Сами знаете, от этого только потратим больше топлива. 18, 17, 16, 15. Да, уже не 15, уже 20. Даже 30 было. Вот поэтому продолжаем снижаться потихонечку. Так, снова 15. 13, 12, 11, 9 секунд, 8 секунд, 7 секунд, 8 секунд. Так, ну вот такая скорость меня полностью устроит, если она будет падать чуть-чуть дальше. 4 метра в секунду, 3. 2, 2,5, 2,5, 2,7, 2,6, ну хорошая скорость, безопасная. 2,4, 2,3 и все, сели. Корабль, к сожалению, немножко скользит по поверхности в нижнюю сторону, поэтому мы делаем crew report, передаем сразу. Делаем исследование температуры. Передаем сразу. Делаем исследование давления. Передаем сразу. И все, больше ничего не сделать не можем.
корабль остановился. Сейчас эти данные передадутся. Мы сделаем еще раз вот эти вот эксперименты. Так, температура. Еще раз давление. Low pressure data, да. Теперь она может выбраться. И сделать здесь EVA report на поверхности и собрать образец грунта. Все, теперь она может снова забраться в корабль. Ну, не совсем. Что ты творишь, Валентина? Опять что-то не так. Стой здесь. Так. Take data. И то же самое здесь. Забираемся в корабль и передаем то, что можем. Сохраняем. По-моему, все. Так, сколько у нас теперь топлива? У нас 2000. Нужно 900, чтобы вернуться. Еще где-то 200-300, чтобы взлететь. Думаю, что можно еще разок так прыгнуть куда-нибудь вот туда. Наверх. Поэтому мы сделаем вот такой маневр. У нас еще просто в этих бачках топливо осталось. Так что почему бы и нет. Еще 500 метров в секунду там. Ну, когда израсходуем, полетим домой. Че уж тут. Ну что, мы долетим до них или нет? По карте можно посмотреть. Да мы, наверное, их даже перелетим. Поэтому скоро придется тормозить. Перестарался. Во-первых, мы слишком высоко доберемся. Поэтому я делаю вот так. И еще немножко. О! Даже еще можно, наверное, вот так вот. И это будет более-менее хорошо. Сейчас он тут перевернется в верхней части своей траектории. Верхней точке самой, которая типа по центру. Вот, и мы сейчас на Лоуэнс приминмусимся, или как это назвать, я не знаю. Можно уже тормозить. Потихонечку. Продолжаем падать. 3 километра до поверхности. Минута. 40 секунд. 30 секунд. Можно даже немножко ускориться вот так. 20 секунд. 19, 18, 17, 16, 15. Снова слишком сильно затормозили, наверное. Подождем еще. Пускай он снижается. Так. И начинаем тормозить. Теперь уже нормально. И у нас еще куча топлива остается, которое я даже не знаю, куда употребить можно. Так, очередная посадка с подпрыгиванием. Hell report передаем. Также делаем опять измерения все. Обычное исследование обычного куска камня или льда, который находится в космосе. Долгое ожидание передачи данных. Повторяем эксперименты заново. Так, не попал. Вот так вот. Дальше Валентина Керман опять вылазит и снова делает все свои обычные дела. Take surface sample и EVA report. И, наверное, домой полетим. Вот в следующий раз надо будет хоть взять с собой этот вот. Так, чё она не летит туда? Вперед не работает.
Может, я что-то забыл включить или выключить. По-моему, она работает только вверх и вниз. А, я понял, у меня раскладка переключилась. Такое бывает. Так. Борт. Отлично. Нужно часть данных передать, мало ли что. Ох, сколько их тут. Ну все, в принципе, 400, 1200. Да, наверное, даже много всего осталось. Куда еще можно слетать? Я просто не знаю, какие тут биомы есть. Вот это может быть Хайлендс, а может быть не Хайлендс. Давайте все-таки домой лететь. То эпизод затягивается. Так, апоцентр 30 километров. Это можно закрыть, наверное. Ой, или открыть. Пусть будет. Пусть будет. Пригодится. Так, и нужно маневр сделать тут. Чтобы перейти на орбиту. То, что по центру, правильно? Так. 33, 34, хорошо. Это меня устраивает, еще 43 метра в секунду, и мне кажется, все-таки да. Рановато мы куда-то торопимся. Возможно, стоит еще перейти на полярную орбиту, пролететь над полюсом. Но тогда завершение этой миссии попадет уже в следующий эпизод. Так что думайте. Мне кажется, что стоит сейчас перейти на круговую орбиту, а потом... В следующем эпизоде это дело закончить. Так, 4, 3, 2, 1 секунда. Так, торможение выполнено отлично. Точнее, не торможение, а разгон. Так, все, она находится на круговой орбите. И это у нас считается Space High уже. Ну ладно. Увидимся в следующем эпизоде, в котором Валентина Керман сделает, наверное, полет над полюсом и вернется на Кёрбин. Всем пока.